Иди, подходи, знакомься, иди. Вопреки мнению некоторых из моих комментаторов, есть собачки, которые вот так реагируют на куклу. И это не самая, скажем так, бурная реакция. Тут Кира еще малышка, и она еще предпочитает убежать. Некоторые собаки реально идут в атаку. И от некоторых мою Лялю надо прям защищать. Я так радовалась, что мне наконец-то удалось заснять весь процесс на самом деле, потому что, ну, как правило, есть такая у меня привычка решать проблему здесь и сейчас. То есть, если собачка боится куклу, значит, нужно тут же подойти и тут же эту проблему решить. А тут как раз все звезды сошлись, и я засняла ее самостоятельную реакцию, когда она ее заметила. Ну и, собственно говоря, сам процесс, как мы ее дружили с этой куклой. В истории с Кирой я просто подошла вместе с ней, сама потрогала куклу, показала ей, что со мной ничего не случилось. Кукла не кусается, не бросается, ничего не происходит. Да, она может двигаться. Там висит ветрячок еще, он тоже крутится. То есть это может все двигаться. И при этом ничего страшного в этом нет. Обратите внимание, что я даже не использую вкусняшки. То есть вкусняшек там в принципе нет. Потому что в такой ситуации собака может даже и не есть. Ну вот, видите, Кира сделала первый несмелый шаг к тому, чтобы понюхать. И это говорит о том, что... Это начало работать. Когда собака боится, когда она совсем боится, обоняние у нее не работает в той степени, в которой мы привыкли это осознавать в собаках. Они не нюхают, они видят визуальный раздражитель и начинают реагировать. Если собака начала нюхать, это говорит о том, что вы как минимум сдвинулись с мертвой точки. Вот она понюхала, я ее похвалила, даже погладила, скажем так, принесла запах куклы у себя на руке, она понюхала, она поняла, что этот предмет не несет никакой угрозы, и начала успокаиваться, то есть даже начала терять интерес, подхватила палочку. Пока я объясняла хозяйкам, как это работает, как вы видите, Кира уже сама подошла и стала обнюхивать. Да, ее еще немножко напрягает этот ветрячок, он начинает шебуршать, двигаться, ну и, соответственно, она еще чувствует себя несколько неуверенно. Но, как видите, основной мой посыл, она поняла, что этот предмет не несет никакой опасности, его можно не бояться. Хотя изначально Кира восприняла куклу как одушевленный предмет, да, то есть как ребенка, который стоит. Вот. А она побаивается детей, здорово побаивается, а побаивается людей чужих, выборочно по своему только ей ведомому алгоритму. Вот. Ну вот, собственно говоря, весь страх и прошел. Вот так за 10 минут мы избавили Киру от страха, скажем так, от первичной реакции на ребенка. Это не просто кукла, это для нее ребенок. И от этой первичной реакции мы избавились.